у Путина не хватит новичка на всех диссидентов, потому что после начала войны очень многие люди стали говорить слова против этой войны и против преступного военного режима Путина. You've described the Russian population as a zombie population, unable to think for itself. And you've talked about elite opposition to Putin. Do you think that the population will oppose Putin, or do you think that it will be the elites that defeat him in the end? Конечно, протест снизу сейчас невозможен, потому что силовые структуры, они повсюду. Почти 3 миллиона человек служат ФСБ, полиции и других структурах, это еще не считая всяких там вневедомственных охран. Поэтому я бы сейчас не надеялась на протест снизу, потому что это практически в истории России наступили сталинские времена, все боятся снизу, потому что даже нет лидера, который способен это организовать. Навальный в тюрьме, остальные лидеры находятся за рубежом. На территории России не осталось ни одной действующей оппозиционной силы, которая смогла бы консолидировать хотя бы этот протест. Поэтому в данном случае речь может идти только о расколе элит, о заговоре. Это не значит, что это будет какой-то заговор там, с убийством и отравлением диктатора. Может быть, кто-то придет к Путину и скажет ему, намекнет, Володя, ты, война проиграна, ты уже устал, уходи, давай, надо что-то менять, иначе нас сейчас просто народ порвет.